Итак, у нас сегодня воскресенье, время выезда на природу. И мы, как обычно, по традиции отправились в новое красивое место. Это озеро Лесное, буквально от Питера тут ехать 15 минут, рядом с Белоостровом. Координаты скинем в описании к ролику. Сейчас мы посмотрим, что это за лесное озеро. То есть у дороги можно припарковаться, вот как мы сделали, в тенечек заехали. И сейчас посмотрим, что это за лесное озеро. То есть, как рассказывают местные, оно находится прямо в лесу, небольшое озерцо. Кто-то взял уже полотенце с собой, думает уже сразу окунуться, не раздеваясь даже, прям сразу сходу запрыгнуть в озеро. Ну вот уже видно, там место действительно красивое, интересно, много шашлычников. Ну как много, не очень много, но есть. Все культурно, мусора нет, люди убирают за собой, это приятно. Там уже оборудована стоянка, много людей открыли купальный сезон. То есть у нас сегодня 21 июня, лето в самом разгаре, в Питере. Купальным. Вот еще одна пристань. Ну, тут нету как такового подхода, бережка. То есть, есть такие вот деревянные пристани. Да, надо сразу сходу прыгать в воду. Тут постепенно не зайдешь. Да нет, тут вода, мне кажется, очень чиста. Вот бережок. Что-то у меня есть подозрение, что тут глубоко. Андрюхины опасения были обоснованы. Вот водичка. Вообще, люди плавают, давайте вперед. Люди-то плавают, потому что не умеют. Раз тут хотели. Плавать хорошо. Ну, здесь, скорее всего, торфяное озеро, потому что такое коричневое видно, но вода, я думаю, чистая. Вот, немножко видно даже, что. Но в Колтуше, по-моему, она была теплее или нет? Но здесь она глубже, наверное, я думаю. Это уже видно, да, в принципе, с берега, что она... Что она глубокая. Не слушай. Окунуться, ну... Стоит, да? Оно стоит того. Ну, я надеюсь, тут, конечно, не по шее, а что сразу. Там светоотражатель какой-то светит, что ли. Он утонул. Куда, блин? На рыбалочку, наверное, можно прийти. Не факт, что здесь есть рыба. Так, уже первый готов практически. Да главное, не утони там. Первый открыватель. Я с оператора хотел только начинать. Че? Че глубоко? Ну что? Че глубоко? Ты думал сразу раз такой? Раз так будет. Там может скользко быть, Денис, смотри. Там непонятно. Ты будешь? А тут вообще... Тут глубоко вообще-то, да? Лучше прыгай с причала. А насколько глубоко там и опустить? Ну, Денис... Денис, насколько глубоко, не найдут тебя потом? Успокойся. Такой, блядь, добрый, блядь. Ну что, ребятишки? Сейчас мы проверим. Поломались. Что, ты сразу хочешь? Ну да, что. С разбега? Давай. Ты там видно меня? Ну что, ты вниз, наверное, больше немножко опустил. Да, окей. Чтобы это... Давай. Ну что, погнали?
класс! Шикарно! Ну ты глубоко отъял, ребятки. Я верю. До дна не достаешь. Ну что, ваши впечатления? Ничего плавания не видно пока. Подводного плавания не видно. Здесь торфяное, по-любому в озере. И вода такая коричневая, красная. Может быть, с фонариком было бы, конечно, что-то говорят, что бодрить. Давай я подержу, пока ты сядешь. Давай. Что ты дрижешь? Омолаживают, даже говорят. Омолаживают, ребята. Крепко держи. Крепко держи. Он вылазит весь в грязи. Нарнёк покупаешь. Она такая мыльная. Сандалии твои сними. Да, да. Ну что, не передумал? Дай мне вторую. Надо было тебе круг взять. Нет, пока моя квалификация не позволяет. Вода бесподобная. Теплая. В глубине. Второй раз, когда заходишь, так вообще горячая. Да. Счастливый? Омолодился? Да. Я говорю, чувствуешь себя моложе сразу.